Казалось бы, при чем здесь это видео? И действительно ни при чем. И мы переходим к Battlefield 4 Librazorium Slow Spring Tournament 2013. Первой картой стал Operation Locker с его постоянными замесами в центральной башне. На этой карте первый раунд нам удалось взять со счетом 73-0, но уже во втором мы чуть не засоснули тунца, победив со счетом 5-0. Улица снял. Еще один на лестнице башни идет. В центральной башне происходили классические соревнования, кто удачнее ляжет и не пустит противника, поднимающегося по лестнице. В одном из таких эпизодов мне удалось очень красиво поставить точку. Это я. Иду по низу на Б. Шеба наверху. Ребята из Victoria's Secret сосредоточились на скуке, который, как всегда, раздавал направо и налево. Я же, в свою очередь, играл как будто исключительно против конкера с его гребаным пулеметом и рикошета, дуэли с которым продолжались все три карты. Вернусь. Скук, забирай, я пойду направо. Больше одного. Минимум конкер. Размен Б вниз. Я не слышу ничего. И снова рикошет. Попали Б двое. Полиция поднимается. Папа 2, 1 минус. И снова конкеры. Ну вы поняли. Полиция заходит на свет. В те моменты, когда какой-либо из сторон казалось, что на ближайшее время судьба центральной башни предрешена, начинались эпичнейшие замесы на точке А. Улица, улица Б, улица Б. Дэн берется. Под Б внизу. Внизу, под башней, ну. Б. И снова конкеры. И опять рикошет. God, why? Бля. А, да. Ситуация со световой гранатой была не единственным приколом в центральной башне. Например, вот. Как вы, наверное, уже заметили, конкер, рикошет. Все, двигайте на Чарли, все. Последний шанс. На улице идут к В целом, наша тактика во втором раунде не изменилась, а вот ребята из Victoria's Secret то ли собрались, то ли сделали какие-то выводы. Так или иначе, итогом стало вот это. О, вот это супер, да, вот это да. Здорово. Новый стрим.